А это знаменитый фонтан Треви. Знаменитый итальянский фонтан. Который находится в центре Рима. Все состояние великолепное. Полная история, видите, белоснежные камни с водой. Это вообще замечательно. Действительно стоит побывать. Тут полно атмосферы людей. Потому что это все-таки достаточно замечательное место. Здесь очень атмосфера потрясающая. Действительно попахивает стальной. Вот это столб. Римский обелиск. Так, это тут видите. Так, римский обелиск. Тут Il Tempo. Видите, тут все такое потрясное. Такой необычный такой столб. Так что, видите, такой необычный все так. Архитектура. Нет, здорово здесь. Здорово. Тоже. Еще одна. Один обелиск. А вот, как видите, я уже из Италии приехал в Германию снова. Вернулся. Вот сейчас иду по Нюрнбергской крепости. Видите ли. По Нюрнбергской крепости. Самое потрясающее место из всех, что находится в этом городе. Вот. Здесь, кстати, смотровая площадка в этом крепости. Здесь открывается офигенный вид на Вюрцбург. Какая красота. Вот видите, какая красотища. Этот, как его, Нюрнберга. Вот отсюда виден Нюрнбергский собор. Виден здесь телебашня. Пейзажи впечатляют. Замок. С немецким флагом. Окей, ahora nos vamos con Sonic. Vamos por acá. Vamos por acá. Вот, перфектовые домики, как полагается во всех немецких городах. So you can certainly have какие-то строительные работы идут по улучшению замка. Такие пейзажи тут. А какие виды. Вот пейзаж. Какая красотень. Вот так, что очень здесь все клево. А это вот знаменитый Пантеон. Видите, тут фонтанчик к нему прилагается.
пантеон римских богов. Это храм, где, ну, именно языческие римляне поклонялись божествам. Именно потому что официальной верой у римлян была вера в солнце. Так, мы сейчас ходим в здание Капитолия. Видите, какое классное. Пантеона. Здание Пантеона. Видите, какая красота. Тим, не приставай ко мне. Какая красота. Можно еще здесь ловить покемончиков. Это если есть возможность.